Мишка, плюшевый Мишка, навек мы друзья, мой старенький винегодя. Интересно, кто дома? I wonder if Pooh's home. О, эй, Винни, Пух, как дела? Нашел много меда. В последнее время, а да, на самом деле, я как раз собирался делать упражнения для похудения, не. Хочешь ли ты присоединиться ко мне? Пух, я рад, что ты пришел в гости, но, видишь ли, я как раз собирался начать упражнение для живота, но совсем потерял его. Немного позже, кто-то, кого, я не знаю, о, конечно, поэтому я подскажу, дай мне подумать, я не... Думаю, я знаю кого-то, это хорошо, что ты знаешь теперь, где я был, о, да, моя полнота уменьшилась, эй. Здесь происходит что-то очень странное, может быть, мне лучше вернуться и спросить об этом Мерлина, эй, что случилось, Пух, о, я просто думал, и мне интересно, как... Ты должен быть отсюда. Кто? Почему? Потому что это крылья штатных машин. Среда? Ну ладно, тогда счастливая среда. Нет, я думаю, я должен пожелать всем счастливого дня. Ветра, не беспокойтесь. Давайте теперь посмотрим, кто там, когда твой большой зуб здесь. Сора, помоги, пожалуйста, держись, малыш. Прыгай вниз, поросенок, я поймаю тебя, ты сможешь это сделать, поросенок, ты просто должен быть храбрым. Сора. Хорошо, Сора, я попробую. Как это было страшно, я надеюсь, ты в порядке, эй. Ты помнишь мое имя, правда, правда помнишь, конечно. Сегодня я думаю, буду звать тебя мой лучший друг поросенок, который очень храбрый. Я очень храбрый, нет, но легко быть храбрым, когда у меня есть такой замечательный друг, как ты, Винни-Пух. Я рад за вас, ребята. О, и спасибо, что спасли моего друга поросенка, лучшего моего друга. О, конечно. Не вспоминайте это.
Держись, давай. Ты кто? Хорошо, черт возьми, это очень плохо, ты после всей этой работы. Скорее всего, все равно бы упала. Хорошо, я помогу тебе починить ее, как ты хочешь. О, привет, большой взгляд, спасибо за предложение, не хочу портить тебе веселый день, хотя, привет, поросенок, и привет, кто это? Я. Не знаю, кто это, или ты знаешь, или нет, это. Могло с ним случиться. А у меня есть идея, может быть, приезжайте, он такой шумный, что с ним не хочется дружить. Мы приносим ему немного меда, обязательно запомни хорошенько, я думаю, это стоит попробовать. Честное слово, но, вероятно, не сначала, мы должны найти немного меда, если это то, что вы ищете, я знаю хорошее место, следуй за мной. Великолепно, просто великолепно. Это то место, о котором я тебе говорил? Вау, посмотри на это. О, мой животик, но разве этот мед не принадлежит кому-то там сейчас, там его? Столько, сколько хочешь, мальчик, спасибо, простите меня, все. Но вы не знаете, где я могу найти еще один вкус Уиллоу, о, милый, о, мой. Животик, кажется, скажи мне, что там есть немного меда. Застряла, он до сих пор не помнит, что за чертовщина попала в медвежонка пуха, чтобы это ни было, мы лучше поможем ему, а да, и быстро, без начинки, сливы. Раз, два, три, ты в порядке теперь, пух, но, я бы не был так уверен в этом, если бы я был на... В вашем месте, почему? Просто посмотрите на него, он даже не помнит, кто я, возможно, его весь этот ветреный ветер, или, может быть, ему действительно нужно больше меда, или он лунатик и хорошо мечтает. Если мне снится, что, я полагаю, может быть, я надеюсь, что я дойду до той части, когда ты снова пригласишь меня на обед, очень скоро, кролик, это правильно, ты всегда заходишь на обед, подожди, пух, ты будешь звать меня кроликом. Конечно, Роберт, как насчет твоего, ты помнишь свой пух, о, привет, Ларри, о, как приятно видеть тебя сегодня, спасибо, что заметил меня, синий медведь, и... Привет тебе тоже, кто-то, кого я плохо знаю, по крайней мере, ты. Помнишь кролика?
Привет, ну, привет, Сора. Да, привет. Кто это? Я не знаю, ты сказал. Мне, что он был не совсем в себе, я подумал, что это может быть именно то, что нужно бедняге. Да, я надеюсь, что это сделает тебя лучше. Вот замечательная вещь. Это немного экстремально. Подарок для меня. О, почему присутствие того, что Тернер нравится больше, и это даже не мой день рождения. Ладно, их здесь нет, давай пойдем за ним. Но послушай, я уверен, ты будешь помнить меня всегда, не так ли, приятель-медведь? Да, я помню, что подпрыгивая всегда делаешь меня голодным. Я получу Боудин и Стью, меня не помнит, тогда я думаю зелье не. Ответ, он говорит тигра почти никогда, что насчет, забудь это, о, пожалуйста, будь осторожен с этим. А извини, ужин пятачок, я остановился, помнишь меня, это потому, что ты сказал, что я даже не чувствую себя, ты знаешь, но Джиггер. Я всегда думал, что эта лодка, это то, что тигры делают лучше всего. О, мальчик, о, ты помнишь меня, ты помнишь своего старого приятеля тигра, в конце концов. Это здорово. Интересно, кто это? Да ладно, может быть, я вспомню завтра. Пух, вот ты здесь. Эй, мы искали тебя везде. Я искал очень дорогого друга, которого я помню, я дал очень важное обещание, так ты нашел его? Нет, я искал и посмотрел, но, кажется, его нигде нет, потому что, о, бедный мальчик, так вот. Что бы ты ни имел, чтобы командовать мной. Так что о чувствах, черт возьми, я выстрелил, как обжора, ты, а дорогой, я не подумал об этом. Я надеюсь, Жигало не ушел и не сожрал моего друга, теперь постарайся запомнить. Это не для того, кого ты ищешь, о, но твоя жемчужина, нет, это просто твой. Живот урчит, ты, должно быть, голоден, давай пойдем домой и посмотрим, сможем ли мы найти тебе немного меда, хорошо, обязательно найдем, ты, наконец, вспомнил, кто такой Сора, мне так нравилось, когда ты веселишься, хм, я. Тоже бу, о, в моем животе немного грохот, хорошо, тогда пойдем домой. Then let's go home. Так что ты делал здесь, я подумал, может быть, есть способ сделать так, чтобы ты не ушел,
Ты имеешь в виду способ заставить меня остаться? Да, есть такая вещь, как способ сделать так, чтобы ты больше не уходил. Пух, не волнуйся, я обещаю, что вернусь и буду навещать тебя время от времени, не мог бы ты сделать это сейчас и нет вместо этого, как мне кажется, что это немного лучше, Сувейра, если я пойду искать тебя, я найду тебя. Я всегда буду с тобой прямо здесь, тебе не нужно никуда идти, просто оставайся здесь. И ты можешь видеть меня в любое время, когда захочешь, ты имеешь в виду, что я просто должен остаться прямо здесь, да, это все, что ты обещаешь, обещай, что ночной бег тоже, и так что разрушить, мы. Разделим это, добро пожаловать к нам в гости в любое время, Сора, спасибо, в конце концов, я должен рассказать тебе о приключениях моего дяди Альберта в морских задыханиях, ты останешься на некоторое время. Ха-ха, до свидания, Лаура, спасибо, Суслик, если тебе когда-нибудь станет одиноко, просто начни подпрыгивать и подумай о своем приятеле Тигре. Я буду Тигра, ты уезжаешь, да, мне действительно нужно идти, хорошо, я не буду грустить, потому что ты всегда будешь в наших сердцах, навсегда, ты прав, Сора, и все вы тоже здесь. Увидимся скоро. Мужчина попала в медвежонка Пуха, чтобы это ни было, мы лучше поможем ему, а да, и быстро, без начинки, сливы. Раз, два, три, ты в порядке теперь, Пух, но, я бы не был так уверен в этом, если бы я был на... В вашем месте, почему? Просто посмотрите на него, он даже не помнит, кто я, возможно, его весь этот ветреный ветер, или, может быть, ему действительно нужно больше меда, или он лунатик и хорошо мечтает. Если мне снится, что, я полагаю, может быть, я надеюсь, что я дойду до той части, когда ты снова пригласишь меня на обед, очень скоро, кролик, это правильно, ты всегда заходишь на обед, подожди, Пух, ты будешь звать меня кроликом. Конечно, Роберт, как насчет твоего, ты помнишь свой Пух, о, привет, Ларри, о, как приятно видеть тебя сегодня, спасибо, что заметил меня, синий медведь, и... Привет тебе тоже, кто-то, кого я плохо знаю, по крайней мере, ты. Помнишь кролика? Привет, ну, привет, Сора, да, привет, кто это, я не знаю, ты сказал. Мне, что он был не совсем в себе, я подумал, что это может быть именно то, что нужно бедняге, да, я надеюсь, что это сделает тебя лучше, вот замечательная вещь, это немного экстремально. Подарок для меня, о, почему присутствие того,
что Тёрнер нравится больше, и это даже не мой день рождения. Ладно, их здесь нет, давай пойдем за ним. Но послушай, я уверен, ты будешь помнить меня всегда, не так ли, приятель-медведь? Да, я помню, что подпрыгивая всегда делаешь меня голодным. Я получу Боудин и Стью, меня не помнит, тогда я думаю зелье не. Ответ, он говорит тигра почти никогда, что насчет, забудь это, о, пожалуйста, будь осторожен с этим. А извини, ужин пятачок, я остановился, помнишь меня, это потому, что ты сказал, что я, даже не чувствую себя, ты знаешь, но Джиггер. Я всегда думал, что эта лодка, это то, что тигры делают лучше всего. О, мальчик, о, ты помнишь меня, ты помнишь своего старого приятеля тигра, в конце концов. Это здорово. Интересно, кто это? Да ладно, может быть, я вспомню завтра. Пух, вот ты здесь. Эй, мы искали тебя везде. Я искал очень дорогого друга, которого я помню, я дал очень важное обещание, так ты нашел его? Нет, я искал и посмотрел, но, кажется, его нигде нет, потому что, о, бедный мальчик, так вот. Что бы ты ни имел, чтобы командовать мной. Так что о чувствах, черт возьми, я выстрелил, как, обжора, ты, а дорогой, я не подумал об этом. Я надеюсь, Жигало не ушел и не сожрал моего друга, теперь постарайся запомнить. Это не для того, кого ты ищешь, о, но твоя жемчужина, нет, это просто твой. Живот урчит, ты, должно быть, голоден, давай пойдем домой и посмотрим, сможем ли мы найти тебе немного меда, хорошо, обязательно найдем, ты, наконец, вспомнил, кто такой Сора, мне так нравилось, когда ты веселишься, хм, я. Тоже бу, о, в моем животе немного грохот, хорошо, тогда пойдем домой. Then let's go home. Так что ты делал здесь, я подумал, может быть, есть способ сделать так, чтобы ты не ушел, ты имеешь в виду способ заставить меня остаться, да, есть такая вещь, как способ сделать так, чтобы ты больше не уходил, пух, не волнуйся, я обещаю, что вернусь и буду навещать тебя время от времени, не мог бы ты сделать это сейчас и нет вместо этого, как мне кажется, что это немного лучше, Сувейра, если я пойду искать тебя, я найду тебя.
Я всегда буду с тобой прямо здесь, тебе не нужно никуда идти, просто оставайся здесь. И ты можешь видеть меня в любое время, когда захочешь. Ты имеешь в виду, что я просто должен остаться прямо здесь? Да, это все, что ты обещаешь. Обещай, что ночной бег тоже, и так что разрушить, мы. Разделим это. Добро пожаловать к нам в гости в любое время, Сора. Спасибо, в конце концов, я должен рассказать тебе о приключениях моего дяди Альберта в морских задыханиях. Ты останешься на некоторое время. Ха-ха, до свидания, Лаура. Спасибо, Суслик. Если тебе когда-нибудь станет одиноко, просто начни подпрыгивать и подумай о своем приятеле Тигре. Я буду Тигра, ты уезжаешь. Да, мне действительно нужно идти, хорошо, я не буду грустить, потому что ты всегда будешь в наших сердцах. Навсегда, ты прав, Сора, и все вы тоже здесь. Увидимся скоро. Интересно, кто дома? О, эй, Винни, Пух, как дела? Нашел много меда. В последнее время, а да, на самом деле, я как раз собирался делать упражнения для похудения. Не. Хочешь ли ты присоединиться ко мне? Пух, и я рад, что ты пришел в гости, но, видишь ли, я как раз собирался начать упражнение для живота, но совсем потерял его. Немного позже, кто-то, кого, я не знаю, о, конечно, поэтому я подскажу, дай мне подумать, я не думаю, я знаю кого-то, это хорошо, что ты знаешь теперь, где я был, о, да, моя полнота уменьшилась, эй. Здесь происходит что-то очень странное, может быть, мне лучше вернуться и спросить об этом Мерлина. Эй, что случилось, Пух? О, я просто думал, и мне интересно, как. Ты должен быть отсюда. Кто? Почему? Потому что это крылья штатных машин. Среда? Ну ладно, тогда счастливая среда. Нет, я думаю, я должен пожелать всем счастливого дня. Ветра, не беспокойтесь.
Let's see now. Who is everyone? Давайте теперь посмотрим, кто там, когда твой большой зуб здесь. Сора, помоги, пожалуйста, держись, малыш. Прыгай вниз, поросенок, я поймаю тебя, ты сможешь это сделать, поросенок, ты просто должен быть храбрым. Сора. Хорошо, Сора, я попробую. Как это было страшно, я надеюсь, ты в порядке, эй. Ты помнишь мое имя, правда-правда помнишь, конечно. Сегодня я думаю буду звать тебя мой лучший друг поросенок, который очень храбрый. Я очень храбрый, нет, но легко быть храбрым, когда у меня есть такой замечательный друг, как ты, Винни-Пух. Я рад за вас, ребята. О, и спасибо, что спасли моего друга-поросенка, лучшего моего друга. О, конечно. Не вспоминайте это. Держись, давай. Ты кто? Хорошо, черт возьми, это очень плохо, ты после всей этой работы. Скорее всего, все равно бы упала. Хорошо, я помогу тебе починить ее, как ты хочешь. О, привет, большой взгляд, спасибо за предложение, не хочу портить тебе веселый день, хотя, привет, поросенок, и привет, кто это, я? Не знаю, кто это, или ты знаешь, или нет, это... Могло с ним случиться. А у меня есть идея, может быть, приезжайте, он такой шумный, что с ним не хочется дружить. Мы приносим ему немного меда, обязательно запомни хорошенько, я думаю, это стоит попробовать. Честное слово, но, вероятно, не сначала, мы должны найти немного меда, если это то, что вы... Ищите, я знаю хорошее место, следуй за мной. Великолепно, просто великолепно. Это то место, о котором я тебе говорил? Вау, посмотри на это. О, мой животик, но разве этот мед не принадлежит кому-то там сейчас, там его?
Столько, сколько хочешь, мальчик, спасибо, простите меня, все. Но вы не знаете, где я могу найти еще один вкус Уиллоу, о, милый, о, мой. Животик, кажется, скажи мне, что там есть немного меда. Застряла, он до сих пор не помнит, что за чертов... Держись, давай. Ты кто? Хорошо, черт возьми, это очень плохо, ты после всей этой работы. Скорее всего, все равно бы упала, хорошо, я помогу тебе починить ее, как ты хочешь, о, привет, большой взгляд, спасибо за предложение, не хочу портить тебе веселый день, хотя, привет, поросенок, и привет, кто это, я? Не знаю, кто это, или ты знаешь или нет, это... Могло с ним случиться. А у меня есть идея, может быть, приезжайте, он такой шумный, что с ним не хочется дружить. Мы приносим ему немного меда, обязательно запомни хорошенько, я думаю, это стоит попробовать. Честное слово, но, вероятно, не сначала, мы должны найти немного меда, если это то, что вы... Ищите, я знаю хорошее место, следуй за мной. Великолепно, просто великолепно. Это то место, о котором я тебе говорил? Вау, посмотри на это. О, мой животик, но разве этот мед не принадлежит кому-то там сейчас, там его? Столько, сколько хочешь, мальчик, спасибо, простите меня, все. Но вы не знаете, где я могу найти еще один вкус Уиллоу, о, милый, о, мой. Животик, кажется, скажи мне, что там есть немного меда. Застряла, он до сих пор не помнит, что за чертовщина попала в медвежонка пуха, чтобы это ни было, мы лучше поможем ему, а да, и быстро, без начинки, сливы. Раз, два, три, ты в порядке теперь, пух, но, я бы не был так уверен в этом, если бы я был на... В вашем месте, почему? Просто посмотрите на него, он даже не помнит, кто я, возможно, его весь этот ветреный ветер, или, может быть, ему действительно нужно больше меда, или он лунатик и хорошо мечтает. Если мне снится, что, я полагаю, может быть, я надеюсь, что я дойду до той части, когда ты снова пригласишь меня на обед, очень скоро, кролик, это правильно, ты всегда заходишь на обед, подожди, пух, ты будешь звать меня кроликом. Конечно,
Роберт, как насчет твоего? Ты помнишь свой пух? О, привет, Ларри. О, как приятно видеть тебя сегодня. Спасибо, что заметил меня, синий медведь. И привет тебе тоже, кто-то, кого я плохо знаю, по крайней мере, ты. Помнишь кролика? Привет, ну, привет, Сора, да, привет, кто это, я не знаю, ты сказал. Мне, что он был не совсем в себе, я подумал, что это может быть именно то, что нужно бедняге, да, я надеюсь, что это сделает тебя лучше, вот замечательная вещь, это немного экстремально. Подарок для меня, о, почему присутствие того, что Тёрнер нравится больше, и это даже не мой день рождения, ладно, их здесь нет, давай пойдем за ним. Но послушай, я уверен, ты будешь помнить меня всегда, не так ли, приятель медведь? Да, я помню, что подпрыгивая всегда делаешь меня голодным. Я получу Боудин и Стью, меня не помнит, тогда я думаю зелени. Ответ, он говорит тигра почти никогда, что насчет, забудь это, о, пожалуйста, будь осторожен с этим. А извини, ужин пятачок, я остановился. Помнишь меня, это потому, что ты сказал, что я даже не чувствую себя, ты знаешь, но Джиггер. Я всегда думал, что это лодка, это то, что тигры делают лучше всего. О, мальчик, о, ты помнишь меня, ты помнишь своего старого приятеля тигра, в конце концов. Это здорово. Интересно, кто это? Да ладно, может быть, я вспомню завтра. Пух, вот ты здесь. Эй, мы искали тебя везде. Я искал очень дорогого друга, которого я помню, я дал очень важное обещание, так ты нашел его? Нет, я искал и посмотрел, но, кажется, его нигде нет, потому что, о, бедный мальчик, так вот. Что бы ты ни имел, чтобы командовать мной. Так что о чувствах, черт возьми, я выстрелил, как обжора, ты, а дорогой, я не подумал об этом. Я надеюсь, Жигало не ушел и не сожрал моего друга, теперь постарайся запомнить. Это не для того, кого ты ищешь, о, но твоя жемчужина, нет, это просто твой. Живот урчит, ты, должно быть, голоден, давай пойдем домой и посмотрим, сможем ли мы найти тебе немного меда, хорошо, обязательно найдем, ты, наконец, вспомнил, кто такой Сора, мне так нравилось, когда ты веселишься,
Я тоже Бу. О, в моем животе немного грохот. Хорошо, тогда пойдем домой. Так что ты делал здесь? Я подумал, может быть, есть способ сделать так, чтобы ты не ушел. Ты имеешь в виду способ заставить меня остаться? Да, есть такая вещь, как способ сделать так, чтобы ты больше не уходил. Пух, не волнуйся, я обещаю, что вернусь и буду навещать тебя время от времени, не мог бы ты сделать это сейчас и нет вместо этого, как мне кажется, что это немного лучше, Сувейра, если я пойду искать тебя, я найду тебя. Я всегда буду с тобой прямо здесь, тебе не нужно никуда идти, просто оставайся здесь. И ты можешь видеть меня в любое время, когда захочешь, ты имеешь в виду, что я просто должен остаться прямо здесь, да, это все, что ты обещаешь, обещай. Что ночной бег тоже, и так что разрушить, мы. Разделим это, добро пожаловать к нам в гости в любое время, Сора, спасибо, в конце концов, я должен рассказать тебе о приключениях моего дяди Альберта в морских задыханиях, ты останешься на некоторое время. Ха-ха, до свидания, Лаура, спасибо, Суслик, если тебе когда-нибудь станет одиноко, просто начни подпрыгивать и подумай о своем приятеле Тигре. Я буду Тигра, ты уезжаешь, да, мне действительно нужно идти, хорошо, я не буду грустить, потому что ты всегда будешь в наших сердцах, навсегда, ты прав, Сора, и все вы тоже здесь. Увидимся скоро. Интересно, кто дома? О, эй, Винни, Пух, как дела? Нашел много меда. В последнее время, а да, на самом деле, я как раз собирался делать упражнения для похудения, не. Хочешь ли ты присоединиться ко мне? Пух, и я рад, что ты пришел в гости, но, видишь ли, я как раз
Собирался начать упражнение для живота, но совсем потерял его. Немного позже, кто-то, кого, я не знаю, конечно, поэтому я подскажу, дай мне подумать, я не... Думаю, я знаю кого-то, это хорошо, что ты знаешь теперь, где я был, да, моя полнота уменьшилась, эй. Здесь происходит что-то очень странное, может быть, мне лучше вернуться и спросить об этом Мерлина. Эй, что случилось, Пух? О, я просто думал, и мне интересно, как. Hey, what's wrong, Sonny? Ты должен быть отсюда. Кто? Почему? Потому что это крылья штатных машин. Среда? Ну ладно, тогда счастливая среда. Нет, я думаю, я должен пожелать всем счастливого дня. Ветра, не беспокойтесь. Давайте теперь посмотрим, кто там, когда твой большой зуб здесь. Сора, помоги, пожалуйста, держись, малыш. Прыгай вниз, поросенок, я поймаю тебя, ты сможешь это сделать, поросенок, ты просто должен. Быть храбрым. Сора. Хорошо, Сора, я попробую. Как это было страшно, я надеюсь, ты в порядке, эй. Ты помнишь мое имя, правда, правда помнишь, конечно. Сегодня я думаю, буду звать тебя мой лучший друг поросенок, который очень храбрый. Я очень храбрый, нет, но легко быть храбрым, когда у меня есть такой замечательный друг. Как ты, Винни-Пух, я рад за вас, ребята. О, и спасибо, что спасли моего друга поросенка, лучшего моего друга, о, конечно. Не вспоминайте это. Застряла, он до сих пор не помнит, что за чертовщина попала в медвежонка Пуха. Чтобы это ни было, мы лучше поможем ему, а да, и быстро, без начинки, сливы. Раз, два, три, ты в порядке теперь, Пух, но, я бы не был так уверен в этом, если бы я был на... В вашем месте, почему? Просто посмотрите на него, он даже не помнит, кто я, возможно, его весь этот ветреный ветер, или, может быть, ему действительно нужно больше меда, или он лунатик и хорошо мечтает. Если мне снится, что, я полагаю, может быть, я надеюсь, что я дойду до той части, когда ты снова пригласишь меня на обед, очень скоро, кролик, это правильно, ты всегда заходишь на обед, подожди, Пух, ты будешь звать меня кроликом. Конечно, Роберт, как насчет твоего, ты помнишь свой Пух? О, привет, Ларри. О, как приятно видеть тебя сегодня, спасибо,
что заметил меня, синий медведь, и... Привет тебе тоже, кто-то, кого я плохо знаю, по крайней мере, ты. Помнишь кролика? Привет, ну, привет, Сора, да, привет, кто это, я не знаю, ты сказал. Мне, что он был не совсем в себе, я подумал, что это может быть именно то, что нужно бедняге, да, я надеюсь, что это сделает тебя лучше, вот замечательная вещь, это немного экстремально. Подарок для меня, о, почему присутствие того, что Тернер нравится больше, и это даже не мой день рождения, ладно, их здесь нет, давай пойдем за ним. Но послушай, я уверен, ты будешь помнить меня всегда, не так ли, приятель медведь? Да, я помню, что подпрыгивая всегда делаешь меня голодным. Я получу Боудин и Стью, меня не помнит, тогда я думаю зелени. Ответ, он говорит тигра почти никогда, что насчет, забудь это, о, пожалуйста, будь осторожен с этим. А извини, ужин пятачок, я остановился. Помнишь меня, это потому, что ты сказал, что я даже не чувствую себя, ты знаешь, но Джиггер. Я всегда думал, что эта лодка, это то, что тигры делают лучше всего. О, мальчик, о, ты помнишь меня, ты помнишь своего старого приятеля тигра, в конце концов. Это здорово. Интересно, кто это? Да ладно, может быть, я вспомню завтра. Ух, вот ты здесь. Эй, мы искали тебя везде. Я искал очень дорогого друга, которого я помню, я дал очень важное обещание, так ты нашел его, нет, я искал и посмотрел, но, кажется, его нигде нет, потому что, о, бедный мальчик, так вот. Что бы ты ни имел, чтобы командовать мной, так что о чувствах, черт возьми, я выстрелил, как, обжора, ты, а дорогой, я не подумал об этом. Я надеюсь, Жигало не ушел и не сожрал моего друга, теперь постарайся запомнить. Это не для того, кого ты ищешь, о, но твоя жемчужина, нет, это просто твой. Живот урчит, ты, должно быть, голоден, давай пойдем домой и посмотрим, сможем ли мы найти тебе немного меда, хорошо, обязательно найдем, ты, наконец, вспомнил, кто такой Сора, мне так нравилось, когда ты веселишься, хм, я...
Тоже Бу, о, в моем животе немного грохот. Хорошо, тогда пойдем домой. Так что ты делал здесь? Я подумал, может быть, есть способ сделать так, чтобы ты не ушел. Ты имеешь в виду способ заставить меня остаться? Да, есть такая вещь, как способ сделать так, чтобы ты больше не уходил. Пух, не волнуйся, я обещаю, что вернусь и буду навещать тебя время от времени, не мог бы ты сделать это сейчас и нет вместо этого, как мне кажется, что это немного лучше, Сувейра, если я пойду искать тебя, я найду тебя. Я всегда буду с тобой прямо здесь, тебе не нужно никуда идти, просто оставайся здесь. И ты можешь видеть меня в любое время, когда захочешь, ты имеешь в виду, что я просто должен остаться прямо здесь, да, это все, что ты обещаешь, обещай. Что ночной бег тоже, и так что разрушить, мы. Разделим это, добро пожаловать к нам в гости в любое время, Сора, спасибо, в конце концов, я должен рассказать тебе о приключениях моего дяди Альберта в морских задыханиях, ты останешься на некоторое время. Ха-ха, до свидания, Лаура, спасибо, Суслик, если тебе когда-нибудь станет одиноко, просто начни подпрыгивать и подумай о своем приятеле Тигре. Я буду Тигра, ты уезжаешь, да, мне действительно нужно идти хорошо, я не буду грустить, потому что ты всегда будешь в наших сердцах, навсегда, ты прав, Сора, и все вы тоже здесь. Увидимся скоро. Интересно, кто дома? О, эй, Винни, Пух. Как дела? Нашел много меда. В последнее время, а да, на самом деле, я как раз собирался делать упражнения для похудения, не. Хочешь ли ты присоединиться ко мне? Пух, и я рад, что ты пришел в гости, но, видишь ли, я как раз собирался начать упражнение для живота, но совсем потерял его, немного позже, кто-то, кого
Я не знаю, о, конечно, поэтому я подскажу, дай мне подумать, я не... Думаю, я знаю кого-то, это хорошо, что ты знаешь теперь, где я был, о, да, моя полнота уменьшилась, эй. Здесь происходит что-то очень странное, может быть, мне лучше вернуться и спросить об этом Мерлина. Эй, что случилось, Пух? О, я просто думал, и мне интересно, как... Ты должен быть отсюда. Кто? Почему? Потому что это крылья штатных машин. Среда? Ну ладно, тогда счастливая среда. Нет, я думаю, я должен пожелать всем счастливого дня, ветра, не беспокойтесь. Давайте теперь посмотрим, кто там, когда твой большой зуб здесь. Сора, помоги, пожалуйста, держись, малыш. Прыгай вниз, поросенок, я поймаю тебя, ты сможешь это сделать, поросенок, ты просто должен... быть храбрым. Сора. Хорошо, Сора, я попробую. Как это было страшно, я надеюсь, ты в порядке, эй. Ты помнишь мое имя, правда-правда помнишь? Конечно. Сегодня, я думаю, буду звать тебя мой лучший друг, поросенок, который очень храбрый. Я очень храбрый, нет, но легко быть храбрым, когда у меня есть такой замечательный друг, как ты, Винни-Пух. Я рад за вас, ребята. О, и спасибо, что спасли моего друга поросенка, лучшего моего друга. О, конечно. Не вспоминайте это. Держись, давай. Ты кто? Хорошо, черт возьми, это очень плохо, ты после всей этой работы. Скорее всего, все равно бы упала. Хорошо, я помогу тебе починить ее, как ты хочешь. О, привет, большой взгляд, спасибо за предложение, не хочу портить тебе веселый день, хотя, привет, поросенок, и привет, кто это, я не знаю, кто это, или ты знаешь, или нет, это... могло с ним случиться.
меня есть идея, может быть, приезжайте, он такой шумный, что с ним не хочется дружить. Мы приносим ему немного меда, обязательно запомни хорошенько, я думаю, это стоит попробовать. Честное слово, но, вероятно, не сначала, мы должны найти немного меда, если это то, что вы ищете, я знаю хорошее место, следуй за мной. Великолепно, просто великолепно. Это то место, о котором я тебе говорил? Вау, посмотри на это. О, мой животик, но разве этот мед не принадлежит кому-то там сейчас, там его? Столько, сколько хочешь, мальчик, спасибо, простите меня, все. Но вы не знаете, где я могу найти еще один вкус Уиллоу, о, милый, о, мой. Животик, кажется, скажи мне, что там есть немного меда. Сказал. Мне, что он был не совсем в себе, я подумал, что это может быть именно то, что нужно бедняге, да, я надеюсь, что это сделает тебя лучше, вот замечательная вещь, это немного экстремально. Подарок для меня, о, почему присутствие того, что Тёрнер нравится больше, и это даже не мой день рождения, ладно, их здесь нет, давай пойдем за ним. Но послушай, я уверен, ты будешь помнить меня всегда, не так ли, приятель-медведь? Да, я помню, что подпрыгивая всегда делаешь меня голодным. Я получу Боудин и Стью, меня не помнит, тогда я думаю зелье о не. Ответ, он говорит тигра почти никогда, что насчет, забудь это, о, пожалуйста, будь осторожен с этим. А извини, ужин пятачок, я остановился, помнишь меня, это потому, что ты сказал, что я, даже не чувствую себя, ты знаешь, но Джиггер. Я всегда думал, что это лодка, это то, что тигры делают лучше всего. О, мальчик, о, ты помнишь меня, ты помнишь своего старого приятеля тигра, в конце концов. Это здорово. Интересно, кто это? Да ладно, может быть, я вспомню завтра. Пух, вот ты здесь. Эй, мы искали тебя везде. Я искал очень дорогого друга, которого я помню, я дал очень важное обещание, так ты нашел его? Нет, я искал и посмотрел, но, кажется, его нигде нет, потому что, о, бедный мальчик,
Так вот. Что бы ты ни имел, чтобы командовать мной, так что о чувствах, черт возьми, я выстрелил, как, обжора, ты, а дорогой, я не подумал об этом. Я надеюсь, жигало не ушел и не сожрал моего друга, теперь постарайся запомнить. Это не для того, кого ты ищешь, о, но твоя жемчужина, нет, это просто твой. Живот урчит, ты, должно быть, голоден, давай пойдем домой и посмотрим, сможем ли мы найти тебе немного меда. Хорошо, обязательно найдем, ты, наконец, вспомнил, кто такой Сора, мне так нравилось, когда ты веселишься, хм, я. Тоже бу, о, в моем животе немного грохот, хорошо, тогда пойдем домой. Так что ты делал здесь, я подумал, может быть, есть способ сделать так, чтобы ты не ушел, ты имеешь в виду способ заставить меня остаться, да, есть такая вещь, как способ сделать так, чтобы ты больше не уходил, пух, не волнуйся, я обещаю, что вернусь и буду навещать тебя время от времени, не мог бы ты сделать это сейчас и нет вместо этого, как мне кажется, что это немного лучше, Сувейра, если я пойду искать тебя, я найду тебя. Я всегда буду с тобой прямо здесь, тебе не нужно никуда идти, просто оставайся здесь. И ты можешь видеть меня в любое время, когда захочешь, ты имеешь в виду, что я просто должен остаться прямо здесь, да, это все, что ты обещаешь, обещай. Что ночной бег тоже, и так что разрушить, мы. Разделим это, добро пожаловать к нам в гости в любое время, Сора, спасибо, в конце концов, я должен рассказать тебе о приключениях моего дяди Альберта в морских задыханиях, ты останешься на некоторое время. Ха-ха, до свидания, Лаура, спасибо, Суслик, если тебе когда-нибудь станет одиноко, просто начни подпрыгивать и подумай о своем приятеле Тигре. Я буду Тигра, ты уезжаешь, да, мне действительно нужно идти хорошо, я не буду грустить, потому что ты всегда будешь в наших сердцах, навсегда, ты прав, Сора, и все вы тоже здесь. Увидимся скоро. Интересно, кто дома? О, Винни, Пух, как дела?
нашел много меда. В последнее время, а да, на самом деле, я как раз собирался делать упражнения для похудения, не. Хочешь ли ты присоединиться ко мне? Пух, и я рад, что ты пришел в гости, но, видишь ли, я как раз собирался начать упражнение для живота, но совсем потерял его. Немного позже, кто-то, кого, я не знаю, о, конечно, поэтому я подскажу, дай мне подумать, я не... Думаю, я знаю кого-то, это хорошо, что ты знаешь теперь, где я был, о, да, моя полнота уменьшилась, эй. Здесь происходит что-то очень странное, может быть, мне лучше вернуться и спросить об этом Мерлина. Эй, что случилось, Пух? О, я просто думал, и мне интересно, как... Ты должен быть отсюда. Кто? Почему? Потому что это крылья штатных машин. Среда? Ну ладно, тогда счастливая среда. Нет, я думаю, я должен пожелать всем счастливого дня. Ветра, не беспокойтесь. Давайте теперь посмотрим, кто там, когда твой большой зуб здесь. Сора, помоги, пожалуйста, держись, малыш. Прыгай вниз, поросенок, я поймаю тебя, ты сможешь это сделать, поросенок, ты просто должен... быть храбрым. Сора. Хорошо, Сора, я попробую. Как это было страшно. Я надеюсь, ты в порядке, эй. Ты помнишь мое имя? Правда, правда, помнишь? Конечно. Сегодня, я думаю, буду звать тебя мой лучший друг, поросенок, который очень храбрый. Я очень храбрый, нет, но легко быть храбрым, когда у меня есть такой замечательный друг. Как ты, Винни-Пух? Я рад за вас, ребята. О, и спасибо, что спасли моего друга поросенка, лучшего моего друга. О, конечно. Не вспоминайте это. Держись, давай.
Ты кто? Хорошо, черт возьми, это очень плохо, ты после всей этой работы. Скорее всего, все равно бы упала. Хорошо, я помогу тебе починить ее, как ты хочешь. О, привет, большой взгляд, спасибо за предложение, не хочу портить тебе веселый день, хотя, привет, поросенок, и привет, кто это? Я. Не знаю, кто это, или ты знаешь, или нет, это. Могло с ним случиться. А у меня есть идея, может быть, приезжайте, он такой шумный, что с ним не хочется дружить. Мы приносим ему немного меда, обязательно запомни хорошенько, я думаю, это стоит попробовать. Честное слово, но, вероятно, не сначала, мы должны найти немного меда, если это то, что вы ищете, я знаю хорошее место, следуй за мной. Великолепно, просто великолепно. Это то место, о котором я тебе говорил? Вау, посмотри на это. О, мой животик, но разве этот мед не принадлежит кому-то там сейчас, там его? Столько, сколько хочешь, мальчик, спасибо, простите меня, все. Но вы не знаете, где я могу найти еще один вкус Уиллоу, о, милый, о, мой. Животик, кажется, скажи мне, что там есть немного меда. Застряла, он до сих пор не помнит, что за чертовщина попала в медвежонка пуха, чтобы это ни было, мы лучше поможем ему, а да, и быстро, без начинки, сливы. Раз, два, три, ты в порядке теперь, пух, но, я бы не был так уверен в этом, если бы я был на... В вашем месте, почему? Просто посмотрите на него, он даже не помнит, кто я, возможно, его весь этот ветреный ветер, или, может быть, ему действительно нужно больше меда, или он лунатик и хорошо мечтает. Если мне снится, что, я полагаю, может быть, я надеюсь, что я дойду до той части, когда ты снова пригласишь меня на обед, очень скоро, кролик, это правильно, ты всегда заходишь на обед, подожди, пух, ты будешь звать меня кроликом. Конечно, Роберт, как насчет твоего, ты помнишь свой пух, о, привет, Ларри, о, как приятно видеть тебя сегодня, спасибо, что заметил меня, синий медведь, и... Привет тебе тоже, кто-то, кого я плохо знаю, по крайней мере, ты. Помнишь кролика? Привет, ну, привет, Сора, да, привет, кто это, я не знаю, ты...
Интересно, кто дома? О, эй, Винни, Пух, как дела? Нашел много меда. В последнее время, а да, на самом деле, я как раз собирался делать упражнения для похудения, не. Хочешь ли ты присоединиться ко мне? Пух, я рад, что ты пришел в гости, но, видишь ли, я как раз собирался начать упражнение для живота, но совсем потерял его. Немного позже, кто-то, кого, я не знаю, о, конечно, поэтому я подскажу, дай мне подумать, я не... Думаю, я знаю кого-то, это хорошо, что ты знаешь теперь, где я был, о, да, моя полнота уменьшилась, эй. Здесь происходит что-то очень странное, может быть, мне лучше вернуться и спросить об этом Мерлина. Эй, что случилось, Пух, о, я просто думал, и мне интересно, как... Ты должен быть отсюда. Кто? Почему? Потому что это крылья штата.